Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я обхожу реактор в Майнкрафте Pocket Edition 0.15.0. Наверное, все видели реактор, и в ранних версиях мы использовали его как телепорт в мини-ад. Но в новых версиях, к сожалению, его убрали. Но в 0.14.0 мы его еще видели в нашем инвентаре. Но вот 0.15.0 его изменили, сделали очень классным. Вот так теперь выглядит наш реактор. Сейчас давайте его достанем. Так, куда ты ушел? Вот так у нас выглядит. Очень классная текстура. Напоминает какой-то текстуру пак, но на самом деле это никакой не текстуру пак. Это в самом Майнкрафте. Я не знаю зачем, но разработчики решили изменить текстуру. И возможно в будущем из него сделают какой-то механизм. Или возможно даже телепорт. А может быть он будет каким-то генератором или генератором чего-то. Это очень классные догадки. У каждого, конечно, будут свои гипотезы и в том числе догадки. Но я думаю именно так. И если многие думают... Его же убрали, но если убрали, то и убрали бы до конца, то есть убрали бы текстуру, но его решили оставить и решили изменить текстуру, поэтому разработчики это делают не просто так. И я думаю, что в будущем мы его увидим в нашем Майнкрафте. Опять, да. Ну что ж, вот такая, я не знаю, серия получилась, но на этом все, ставьте лайки, ну и конечно подписывайтесь на канал.